Сейчас в крылатой эскадрилье Александра Мелешкина 170 голубей. В этом пернатом семействе он безошибочно ориентируется, кто чей родственник, кум или потомок. Внук поляка, польского голубя. Параметры у него хорошие. Номер чемпиона этого сезона 124-17. Родовое кольцо – не что иное, как паспорт каждой спортивной птицы. Это мой выводной голубь, который вывелся у меня. Отец его жив и сейчас, а мать, значит, ястреб сбил. На лапке каждого спортсмена электронный браслет. Как только птица касается клетки, оборудованной специальными датчиками, эта информация тут же поступает на компьютер, который фиксирует точное время финиша и определяет скорость полета. Это вот прилетник спортивных голубей. Вот так они, вот это вот, вот здесь они заходят. Вот сюда я вставляю прилетную доску «Таурос». И вот он касается прилетной доски, и время отбивается. А приучить птицу без лишних виражей садиться куда следует, не теряя лишней секунды, уже отдельное искусство. Александр несколько лет потратил на отбраковку, подбор маха, имбридинг и прочие тонкости, позволяющие выращивать голубей чемпионов. Вот голубь, который занял первое место с Каменск-Шахтинска, 700 километров, в 6 утра его выпустили. Ну, не его, а всех голубей выпустили. В 16:44 он уже был дома. Вычислили скорость, что он летел 54 километра в час. Качество голубя должно быть, чтобы он летел домой. Он должен умереть, но прилететь домой. О своих питомцах Александр Мелешкин рассказывает так, будто каждый из них сложнейший пилотируемый объект. Если у человека глаза – зеркало души, то у птицы это определитель дальности полета. С полным кольцом это идеален для разведения. С половинчатым кольцом идеален для полетов. И все вот эти глаза под номерами. При рождении он получает магнитное поле, где он родился. В глазу у него есть навигационный кристалл. Это уже потом, значит, обнаружили, что на ноздрях у него есть магнитные чешуйки. Американцы делали исследования, вставляли в глаза контактные линзы. Он видит, черный – это земля, белый – это небо. Ну, думали, по каким-то там ориентирам летит. Столбовые, серпастые, сиреневые, красные – с первого раза не разобраться. Да и райдер у птичек, как у самых настоящих спортсменов. Раз в неделю купание, каждый день новый рацион, витамины и тренировки по расписанию. Ближайший клуб по спортивному голубеводству находится в Алексине. Туда в субботу привозят голубей, регистрируют и в голубевозе отправляют на дистанцию. Вот голубь тоже 13-го года. Как и мой чемпион, он хорошо отлетал, но пока мест особых не занял, но в зачетах попадает хорошо. На этот раз из 18 голубей Александра все вернулись домой, а 6 еще и попали в десятку лучших. Пожалуй, только один наш вопрос поставил заводчика в тупик, как он запоминает всю эту пернатую команду. Но они в лицо все разные. Остается только пожелать Александру Мелешкину удачи, а его птичкам терпения. Олеся Харлина, Михаил Лазуткин из Спасска, специально для телекомпании «Город».